Так, всем привет! Сегодня у нас 18 декабря 2022 года, в воскресенье. Время около 4 часов дня. И вот мы по аллею идем. По аллею морю. Вчера был обозревал, к морю идем. Это сильнейший ветер вечером просто был там, чуть ли не сносил с ног, блин. И вообще было ничего слышно, прям телефон из рук вырывал. Сейчас посмотрим, что. Ну, чуть-чуть похолодало уже. Вчера там 15 градусов, сегодня градусов где-то 12 градусов. Вот видите, все ремонтные работы здесь идут. Народ идет. Воскресенье. Сегодня должно быть побольше народу. С завтрашнего дня еще серьезнее похолодание. Так что вот такие вот дела. Ну, идем по параллели. Буду что-нибудь интересное еще вам показывать. А пока можно под музон. Хопа, хопа, танец. Я люблю Витязева. А любите ли вы Витязева? Приезжайте, здесь фотографируйтесь. Так, ну вот параллель здесь бурлит, что-то грузят, вывозят на газельке. Здесь, видите, печка. Топится, что-то ломают, перестраивают. Кафе «Мираж». Лишнее сжигают. Жизнь кипит. Кто-то на море идет, кто-то с моря. Ну, все-таки воскресный день, но тут что-то интересное уже переделывают. Не дожидаясь после Нового года, обычно в марте и в апреле начинают пробуждаться. Ну, видите, фонарики горят, все как положено. Когда не надо, горят, когда надо, не горят. Так, ну что у нас? Листва лежит, убирать не хотят. Ветерочек сегодня уже, как у нас, прохладненький. Такая пока обстановочка у нас на параллее. Так, ну видите, песочка все больше, больше, больше наметает. Ну, не сказал бы я еще, что много. Обычно здесь вот эта дорога вся завалена. И по дорожке вот здесь еле протискиваешься по узкой тропинке. И пол арки завалена. Пока нету таких уж кошмарных ветров, что прям... наметало песка, но все еще впереди. Самые лютые — это январь и начало февраля. Ну что, выходим к морю. Ветра такого уже нет. Вчера, вот видите, прям вечером такой зашкаливал ветер. Сильный-сильный. А сейчас спокойно, небольшой ветерочек, но прохладный. Ну вот она, ваша, наша общая любимая параллия. Вот так пляж эта сторона. Она выглядит, вы знаете, как у вас. Все, и ветер северный уже причал. Параллия сторона Благовещенки. Вот так у нас сегодня все это выглядит. Море прекрасно, поэтому идем, идем к морю. Вот видите, направленность волн, видно, что ветер с севера и туда к югу идет. Ну что, с замиранием сердца слушаем шум моря. Любуемся волнами, прозрачное, чистое, соленое море. Все это черное море. Основное море наше для летнего отдыха, для летнего курорта. Отдыхающий Краснодарский край, основная здравница и житница летнего сезона. Август, народу топ. А сейчас вот в декабре вот так вот. Остается у нас 13 дней до Нового года. И вот такое вот море, такие волны, такая погода, такое небо. Но все это прекрасное. Так что успевайте на Новый год в Анапу, Витязева. Так, вот с другой стороны пирса захожу. Чего здесь люди, что это
мангал, шашлычки что ли жарят. Ничего себе, так холодно. Какие-то виношек стоит у них там, пивасик. Парень с девушкой. Да, шашлычки жарят. Вот так. Красиво жить не запретишь. Кто-то рисует сердечки. Папа и мама, папе и маме, самым близким людям. Еще одно сердечко, наверное, какой-то ребенок. И какая-то надпись. Ангелина. Ангелина и... Ну, тут уже сложно прочитать. Может, с другой стороны. Сердечко в эту сторону повернут. Что тут интересно пишут люди, какие послания. Мануфактура. Мануфактура 23. Вот так. И вот такой вот у нас. С этой стороны пирса моря. Видите. Динозавры, бронтозавры лежат, отдыхают, ждут сезона. Мамонт там же. Вот тут он на пирсе рыбачит. Кто-то рыбачит. Кто-то шашлычки жарит, отдыхает. Но тут, по-моему, тут руки даже мерзнут. Тут околеть можно с этими шашлычками. Ну, молодцы люди, устраивают себе небольшие празднички. Приятные мгновения, невзирая даже на погоду. Вот так и надо. Так что все, приезжайте. Welcome to Vitezio Village. Приезжайте на Новый год, отдыхайте. Также будете жарить шашлычки, гулять на море. В Анапе каждый день на центральном пляже проходит программа, и будет во все новогодние праздники, начиная с 10 утра с утренней зарядки, потом там разные мастер-классы, выступления для детей, потом концерты какие-то, тематические викторины еще, и заканчивается все это в 6 часов вечера показом фильма возле моря под открытым небом. Так что приезжайте, программа есть, составлена, будете отдыхать, и неплохо проведете время. Всем пока-пока, чао, ставим лайки.